Здравия желаю, друзья! Тема этого видео будет физическая подготовка, связанная с боевой. Если это видео зайдет нормально, если хорошо получится, то это будет не единственное видео. Я еще сделаю несколько тематических видео, которые будут выходить последовательно. Конкретно вот это видео будет посвящено физической подготовке в условиях таких стационарных, домашних. То есть там дом, дача, лесная полянка, в общем, что-то такое свое, не общественное место, без соприкосновения с окружающими. Чем это обусловлено? Люди просто вопросов задавали довольно много, как тренироваться, потому что у нас мы имеем определенную ситуацию в мире, связанную с пандемией, да, определенные подвижки есть, но проблема еще не решена, когда она решится, еще неизвестно. Вроде бы послабление там по самоизоляции есть определенное, но не сегодня, завтра, там новая вспышка, их снова все закроют. И вопрос остается открытым, потому как тренироваться надо, а не всегда это получается в условиях стрельбища, полигона, вот чего-то такого. Хотя, естественно, конечно же, если уж рассматривать боевую подготовку, то это, конечно, должно быть в таких полигонных, полевых условиях. Но что имеем, то имеем. Поэтому в данном видео я как раз и покажу несколько упражнений, которые можно делать дома и которые, в общем-то, будут вполне себе полезны как в плане физической подготовки, так и полезны будут в плане боевой подготовки. Эти упражнения я разделю на две группы. Упражнения, связанные с приседаниями, и упражнения, связанные с залеганием на пол. Я их буду показывать с массогабаритным макетом автомата Калашникова. Но тут тоже надо понимать, что это можно делать и с пистолетом. Во-первых, да, во-вторых, если у вас есть как, вот подобный, да, какой-то девайс, там, МНГ, СХП, охотничье оружие, там, спортивное, страйкбольное и привод, да, это хорошо. Если нет, то тоже ничего страшного, можно использовать там спортивный инвентарь подходящий, да, там, гирю, гантелю, этот, гриф утяжеленный гимнастический. Да хоть тот же мяч, даже если ничего нет, тоже нормально, количеством повторений просто это все компенсировать. Тут нужно опять-таки исходить из вашей физической подготовки, трезво оценивать ее, да, и плюс ко всему, например, упражнения, связанные с приседанием, ну, там есть определенный риск того, что можете все мышцы потянуть, да, поэтому надо адекватно все делать и трезво. Ну, в общем-то и все, поэтому сейчас я показываю эти упражнения. На каждое упражнение я предполагаю минимум 2 подхода по 10-12 повторений. Приступим к упражнениям. Итак, упражнение, связанное с приседанием. Упражнение номер 1. Изготовка для стрельбы с колена с шагом вперед. Как оно делается? Раз, два. Раз, два. Раз, два. Обращаю внимание, что эта ножка идет немножечко в сторону. Почему? Потому что если она вот здесь, положение ваше будет нестабильно. Если сюда убрать, то, соответственно, во-первых, можно смещаться, во-вторых, положение будет стабильно. У вас должно быть 3 точки опоры. Раз, два, три. Соответственно, вы одновременно с опусканием на колено поднимаете оружие. Вот таким вот образом. Таким образом делаем 10-12 повторений на каждую сторону, на правое плечо и на левое. Упражнение номер 2, то же самое, но с шагом назад. Раз, два. Раз, два. Раз, два. То же самое, 10-12 повторений на каждую сторону. И упражнение номер 3. Теперь нам шагать никуда не нужно, остаемся на месте. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Обращаю внимание, что здесь в нижнем положении можно немножечко потянуть мышцу, поэтому обращаю на это внимание. То же самое делаем 10-12 повторений на каждую сторону. И теперь упражнение, связанное с залеганием на пол. То есть первое, ложимся на пол, на живот. Как это делаем? Можно, конечно, сразу там бухнуться вот так вот на колени, потом упасть сюда, но во-первых, неизвестно, какая там будет почва. Во-вторых, у вас здесь тоже может быть достаточно снаряжения. В-третьих, если колени не жалко, то, конечно, пожалуйста. Но коленки надо жалеть.
Поэтому делаем по-другому. Раз, на ручку оперлись. Два залегли. Здесь на бочок на один, на другой. Теперь встаем. Как встаем? Автоматик поджали. Раз, встали. И еще раз. Раз, два, встали. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Если не можно, невозможно прыжком встать, тогда, соответственно, встаем сначала на колено и поднимаемся. Таким образом делаем два подхода по 10-12 раз. Следующее упражнение залегаем на спину. Как это делается? Вот мы стоим, вышли на спину, встали. Еще раз. Вышли на спину, одну коленку сюда поджимаем, на нее опираемся и встаем. Таким образом тоже делаем два подхода по 10-12 раз. Следующее упражнение. Ложимся на бок. Как мы это делаем? Ручку сюда и на бочок. Обращаем внимание, что эту ножку лучше закинуть сюда для устойчивости. Все. У нас оружие параллельно земле. Так лежим. Как встаем? Ручку сюда. Оп! Встали. Еще раз. Легли. Ручку сюда. Оп! Встали. Все это время я рукой удерживал оружие. То же самое, 10-12 повторений на каждую сторону. Итого, друзья, у нас с вами получилось 6 упражнений. 3 на приседания, 3 на залегание на пол. Каждое упражнение, как я уже говорил, нужно делать, желательно делать 2 подхода по 10-12 раз. Данное упражнение как бы не требует никаких особых навыков и умений, их вполне себе может делать каждый. Где-то там не получается выпрыгивать, но можно там дополнительно опираться на колено, на локоть. Опять же, нужно посмотреть на свое состояние здоровья. Но тем не менее, эти упражнения абсолютно функциональны, они абсолютно применимы к боевой подготовке. Их можно делать дома и желательно делать как можно чаще. Надеюсь, что данное видео было интересным. Из него можно сделать там для себя выводы определенные, что-то почерпнуть. Рад помочь. Будь добром.